Здравствуйте, Артур. Добрый вечер, Зара. Спасибо, что согласились на беседу. Не за что. С какой мыслью сегодня собирались на интервью? С мыслью собирался на интервью, но самая это главная мысль, чтобы не испортить наше интервью, чтобы оно получилось, поскольку, как ты знаешь, наверное, производство наше еще работает. Немножко по моему голосу чувствуется, что со здоровьем у меня. Поэтому хотелось бы оправдать твои надежды. Как вы относитесь к слову «серьезный»? Вполне серьезно. Меня тоже на заводе, во всяком случае, характеризуют как очень серьезного. Ну, это иногда немножко мешает, но в основном это очень хорошая черта. Мы готовы? Пишем. Артур, если бросить ретроспективный взгляд на всю вашу карьеру, какие моменты наиболее яркие? С 89 года я работаю в Ереванском конечном заводе. И очень много-много чего можно вспомнить, рассказать. Даже есть вещи, которые для некоторых людей они невероятными бывают. Можно вспомнить многочисленные бессонные ночи, когда после работы мы ездили в аэропорт, чтобы отгружать наш Арарат и принимать, соответственно, другие товары, которые нам были необходимы, потому что это был период блокады. И единственная дорога, которая связывала нас с внешним миром, это был авиатранспорт. То есть днем мы работали, вечером вместе с грузовыми машинами ездили в аэропорт, всю ночь выгружали, загружали самолеты, утром возвращались на завод и продолжали работать. Это мы делали с превеликим, с очень большим удовольствием. По каждой бутылке, несмотря на то, где она может быть куплена, в каком городе или в какой стране, можно воссоздать всю историю становления продукта. Правильно. По каждой бутылке, по маркировке, которая находится на каждой бутылке, изначально эту маркировку мы проводили чернильными принтерами. Сейчас эта маркировка полностью наносится лазерными принтерами. И по этой маркировке это называется этот механизм прослеживания. На любом процессе все это, все вспомогательные материалы, начиная от винограда, это регистрируется. То есть, если мы смотрим на бутылке, у нас помечен лот, номер линии, время и день розлива. Мы возвращаемся уже постепенно в этот день, в какой день был розлив, какой для этого лот коньяка использовался, какие вспомогательные материалы, начиная бутылки, пробки, картон, этикетки. И туда дальше уже идет, какой купаж был, какого года это спирт. Уже в цехе купажа это разбирается. И это идет вплоть до закупки винограда. Арарат в некоторой степени – это единство двух противоположностей. С одной стороны, это традиции, которым мы следуем, и история, которой уже 135 лет. С другой стороны, это непрерывные инновации, ровно то, что, в общем-то, вы сейчас говорили. На ваш взгляд, как можно и сохранять традиции, и в то же время не свернуть в сторону архаики? Я не думаю, что мы когда-нибудь свернем в сторону архаики. И чтобы сохранять эти традиции, понимаешь, инновации, они все время идут внедрение, все время идет автоматизация, новое оборудование, там заменяется ручной труд. Но сам-то продукт, сам коньяк, технология получения, изготовления коньяка, она остается такой, какая она есть. То есть, опять же, виноград, опять же, выкурка, опять же, выдержка. Сам продукт, он есть. Это поддерживается, и я думаю, это будет поддерживаться навсегда. А то, что автоматизация, замена ручного труда, это нормально.
Артур, ваш департамент еще самый большой на Ереванском коньячном заводе. Но что интересно, люди, которые там работают, они работают не один год. То есть это самые долгожители завода. В чем секрет притяжения? Секрет притяжения, ну да, правильно, наш департамент, он самый большой. Долгожители, люди любят свою работу, это раз. Самое главное. Потому что если человек не любит свою работу, он не может долго на одном месте задерживаться. И если даже он, то его долго не будут на этом месте задерживать. Притом у нас в цехе эта работа требует особого подхода с любовью к тому, что ты делаешь. Как, казалось бы, в абсолютно конвейерном цикле розлива можно привносить творчество? Ну, творчество, абсолютно конвейерный цикл, я бы не сказал, что он абсолютно конвейерный. Если у людей не будет этого творческого подхода к своей работе, к этому процессу, у них не будет продукт, которым все мы гордимся. Если бы вы когда-нибудь написали книгу, может, вы еще напишете ее, о чем бы она была? Я никогда не задумывался, что я когда-то напишу книгу или надо написать. А есть увлечение, которое вы перенесли, так сказать, в зрелую жизнь, а зародилось оно у вас еще в юношестве? Ну, с детства я очень сильно, очень много увлекался автомобилями. Но со временем мое увлечение немножко перешло в другой ракурс, он изменился. У моих родителей был садовый участок, который, ну, так слегка маленький уют там создан. И мое сегодня это, ну, не знаю, как хобби, обязанность, увлечение заключается в том, чтобы как только найти свободное время, обязательно поехать туда, заняться этим огородным, садово-огородным участком, деревьями, то есть его содержать, ну, как сказать, в очень хорошем состоянии. При том, что он находится на склоне горы, и рядом ничего нету абсолютно. Но я получаю очень большое и удовольствие, и наслаждение, и для меня это отдых. Единственный отдых, который мне достается после напряженной рабочей недели. Без чего вас практически невозможно представить? Ну, сегодня, честно скажу, я себя не могу представить без Арарата, без конечного завода. Потому что из всей моей трудовой деятельности, из стажа моей трудовой деятельности, который, кстати, уже подходит к 42 годам, 30 я провел здесь. И я уже себя не могу представить без Арарата, без Ереванского конечного завода, без коллектива. Проза или поэзия? Поэзия. Круг или квадрат? Квадрат. Цель или мечта? Мечта. Весна или осень? Осень. Талант или дисциплина? Дисциплина. Прямо или косвенно? Прямо. Абсолютная свобода – это бремя или дар? Это бремя. Стремиться или преодолевать? Преодолевать. Закат или рассвет? Рассвет. Предел – это начало или конец? Начало. Спасибо огромное. Не за что. Мне кажется, было очень интересно, и будем ждать, как получится. На Новый год будем работать. Я буду надеяться. Серьезность – это не самая худшая черта. Надеюсь. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.